Нет, я не поддерживаю, в общем, давайте так. Сами готовы воевать? Нет. Мне работать надо, семью содержать, а не воевать. Категорически нет. Почему? Мир, потому что должен быть мир, и военное время сейчас вообще ни к чему. Сами готовы воевать? Нет. Не готов. То есть это вредная, ненужная инициатива? Это вредная, ненужная инициатива, конечно. В конце концов, мы живем в 21 веке. И я считаю, что все проблемы можно решать не военным путем. Как-то так? Нет, не поддерживаю. Абсолютно не поддерживаю. Какие-то есть аргументы у вас? Да, ну, непонятная война почему-то. За что воюем? Зачем напали? Категорично против. Сами готовы идти? Нет, воевать? Нет. Не готов. Лучше сяду, но воевать не пойду. За эту власть точно нет. Вообще я патриот и очень люблю свою родину. Да, родина позовет, пойду. Да, то есть если мне придет все-таки повестка, то я поеду. Поедете? А зачем? Защищать и отстаивать честь нашей страны. Так. Пошли бы, если бы так хотели? Я думаю, что да. Почему? Почему? Президент об этом все сказал, а я его поддерживаю. А сына отправите своего, ну, если есть сын? Сына есть желание даже, есть у сына. У меня есть сын, у меня есть желание, 36 лет ему. Но дело в том, что он не служил, вот, поэтому у него военной подготовки нет. Я против, конечно. Чтобы призвали? Конечно. Почему? Ну, потому что у нас трое детей. Я думаю, что вот эти все политические игры, так сказать, да, не хотелось, чтобы они отразились в нашей семье.